Университет Бен-Гуриона в Негеве объявил о запуске новой программы, которая предназначена для русскоязычных репатриантов, иммигрировавших в Израиль в 2022 году. В нее войдет 1000 часов обучения ивриту, а также 6 академических курсов для получения степени бакалавра. Помимо этого будут курсы по математике, физике и программированию на русском языке, ульпан на иврите и дополнительные программы поддержки, такие как экскурсии по Израилю. Эта программа позволит русскоязычным продолжить учебу и подготовиться к возможному поступлению в университет. We'll be right back.